Половинка. Да, половинка, молодец, терпи, молодец. Половинка в пол руки, когда вы. Руки согните в локтях, половинку. А что они на одной руке стоят, что за прикол? Это половинка. Нет, половинка у вас, половинка в руках согнутая. Да, вот так. Давай, половинку подержите, пожалуйста, секунд 10. Ну, давай, держи ты, чё, держи. Сейчас попробуй. Да, конечно, попробуй. Сейчас иначе отжиматься придется. Руки в локотках, конечно. Друзья, вы потом можете из крокодильчика выходить, например, в горизонт когда-нибудь. Например. Оп, вот вам девочка показывает. Диан, ну-ка давай. Конечно. Давайте дальше. Раз, два. Ты прямой эфир ведешь? Нет, а я думал, ты можешь прямой эфир снимаешь все это. Конечно. Два. Девочки и то делают. Девочки не то, что раз. Кто-то. Два. Вот, постелили, да? И раз, и два. Молодцы. Все, Полин, поблагодари их за хорошее. Теперь подходите. Да, пятюньку раздайте ей каждый, да? Скажи, Полин, спасибо, что такая умница нас прокачала. Теперь все спокойно, малыши, на маленький турничок, стоечки, все в вашем распоряжении. Ребята, для всех, пожалуйста, начните с простых, 8 связок по 8 элементов. Покажите простоту, пожалуйста, да. Ты интернетом поделился? Да. Давай, сейчас я подключусь. А, нет, сейчас подключусь. Шайки. А, да, мячики? Мячики. Сейчас. Или большой тебе, тяжелый какой-то? Нет, мячики маленькие. Сейчас. Жонглировать. Wi-Fi, да? Да. Сюда вот их просто положите, я в этом... Положите. У нас на протяжении 3 лет постоянно что-то пропадает. Вон магнезия у кого? Что, например, они закатятся... Вон магнезия, Максим. А, вон, в черном мусорном пакете. Я даже не вытаскивал. Расканул Николая. Егор Николай на магнезию расканул. Стоечки смотрите, есть парень, вы можете на стоечке. Конечно, Илю, ты на стоечку можешь. Петелька, я. А, ты внимательнее смотри, все увидишь. Парни, опять же, мое к вам обращение по поводу видео. Если вы считаете, что вы сделали, не ждите конца этой недели, а покажите уже заранее. Потому что 100% готовьтесь к тому, что будет критика, Никит. Вы понимаете, да? Мы будем обсуждать это все. Я просто вижу, что вы особо как бы не снимаете, ничего не делаете. Вот что удивительно. Те какие, насорелы, которые песни нужны или просто? Нет, даже насорелы. Ну это есть. О, шальки. Курка аккуратнее. Восемь связок по 8 элементов. Простых. Маты вы проверили на жесткость, все мягко? Да. Сам Егор, там еще два матки.
На жесткость проверить надо, да, все это падение проверять. Ну, вы добудьте мат себе. У вас вон, смотрите, матрасы лежат. Матрасы лежат, возьмите. Конечно, Кирюх. Вдвоем только берите матрас белый, вдвоем, да. И несите аккуратненько. Что за киберки это делают? Пошла жена. Дайте наушник, у меня нет. У меня в Москве. Ты наушники потерял? Да я в Москве. Мы в Москву ездили на соревновании. Я там наушники оставил на столе. Причем я у них спросил по несколько раз, зачем никто не оставил? Не, нормально все, давай быстрее. А у меня у Даши на наушнике карман, ну, это... думал, это мои. Это так бывает. И перепутал. Ну, в следующий раз поедешь. Что-нибудь это, ну, может, найдутся, да. Кирилл, падай, пожалуйста, Ренат, аккуратнее, моя песня. Кирилл, приземляйся аккуратнее, пожалуйста, Кирилл. Ты ударился? Да. Как ударился? Вот здесь, и ногой. А что ты за элемент делал? Топорик. Ну а что ж ты не приземляешься? Надо приземляться ровно. Так ты проси ребят раскачку. Проси, чтобы они тебя под грудь качали. Я сейчас только учусь тремя, я не могу. Тремя учусь, не могу. Кирюх, слышишь меня? Проси, чтобы страховали, сестренку проси. Сейчас пока стоишь, повисите тоже. Он хотел деньги взять на годы. Смотри, Егор, сейчас заразишь, что уйдешь, скорняки бросишь. Да нет, ты что, это наоборот все разобьет, на уровень выше сделает. Это прокачка нервной системы прежде всего идет. Пока не надо ничего делать. Вы пока поделайте простое. Неправильно. Ты вот так берешь. Я четко сделал топорик. Сделал? Молодец. Четко. Четко? Помогай Кириллу. Я сначала немного сделал, но похоже. Вот в зеленой майке. Кирюша, помоги ему сделать. Подойди, помоги ему тоже. Знаешь? Вот, я сначала правильно делал, но не отлично. А я вот так прям сделал. Да, молодец. Хочешь, братан, дай пятюню. Молодчик. Могу показать. Красавчик, да, покажешь. Диан, Кирилл, подойдите, пожалуйста. Да. Так, где сестренка? Сейчас я отмечу билетики. И у вас осталось по 6 занятий. Мы сегодня отмечаем, как здесь одно ставим, что вы пришли, да? Да. Вот билетик, пожалуйста, не теряйте. Ренат, не переключай. Нет. Не садись сюда. Ренатик, а возьми к себе телефон, вон туда, на зеркало возьмите, он рядом с вами будет, чтобы постоянно не отвлекались. Это не мой. Ну, Егоровский возьми. Ну, это у него разрешение спрашивать надо. А, Егор, возьми телефон к себе, чтобы вы не отвлекались. Ну, мне кажется, вот там рядом с тобой удобнее, и заодно фото делать. Мне кажется, да, намного, вы что-то прям очень долго диджействуешь. Сейчас бы качать. Сейчас, секундочку. 6. Смотрите, я ставлю галочку. Вот ставлю Диана галочку. И ставлю Кирилл галочку. Да? Сегодняшнее число. Вот он. Раз. Два. Диан, помогай брату. Страхуй его, под грудь подкачивай. Ладно? Тебе надо немного... Да, ну надо ножки. Надо прям ноги, пятки прижимать к бедрам. Вот сюда вот так пятки прижимать. Надо прям держать. И когда ты подпрыгнешь, уже когда ты подлетать будешь, вот ты видишь перед собой стену и потолок. Ноги прям резко соскакиваешь. А ты его под грудь будешь поднимать. Смотрите, отметил. Сегодняшнее число, 9 число было. Получается, 9,
01. В следующий раз потом я поставлю другое число и другое число, да? Все, аккуратнее, пожалуйста. Потом будет как закладка. И потом у Диана у тебя тоже такая будет, не переживай. Не грызи ногти, зачем ты грызешь ногти? Зачем ты грызешь ногти? Чем за прикол? Не надо. Четко сделал? Молодец. Когда я приземляюсь, я вот так делаю. А давай еще четче сделаем. Я больше не так не могу. Надо учиться. А ты попробуй группироваться получше. Учись, конечно. Вот я сделал четко. Я покажу сейчас. Давай, показывай, только никому не мешай. Там еще очередь пока, ты дождись очереди. А смотри, там я очередь. Я потом расскажу. Давай, показывай. Это как? Полин, вы после Нового года не были? Нет. И в первый раз, да, пришли? Да. Что пропустили? Подарки, где всякие конкурсы. Кто сегодня захочет в конкурсах поучаствовать за подарки? Все готовы? Да. Конкурсы силовые. Нужно, даже нужно. Конкурсы силовые. А что участвовать в этом? Мышцы вот эти. Подарок, нет, сейчас подарок. Подарок крутой. Безоплатные занятия, конечно. А сколько дней? Три. А, три нет, занятия. Не надо? У меня есть этот билет на кружки. Какой билет? От государства. Какой билет на кружки? Какого? Какой-то, ну а это, прикинь, у тебя будет сюда безоплатно. Что у вас, кстати, вы скажите, что у вас по занятиям? Вот вы сейчас пришли сюда как? У меня тоже на один день. Что на один день? 10-50 рублей. А у меня молодец. Еще, помните, у меня еще с 5 мая еще там остались. Не знаю. Посмотрите на 5 мая. Сейчас будем смотреть. Давай, здорово. Тогда сдавай. А у друга у вашего? Как друга зовут? Помните, как друга зовут? Как Саша Кузнецов ходил. Да, конечно, помню. Ты просто где Сашку? Давай, пойдем. А, Сашку сейчас, потерял. Секундочку. Что он потерял? Санька потерял, он теперь не ходит. Почему? Он сказал, попозже будет. У тебя разовые занятия, абонемент да. Разовый? Да не грызите пальцы, парни, хорош, вы что делаете? Ты что зачем пример ты такой показываешь? Так да, я уже больше не грызу. Да вот только что вот ты руки сломал. Вон ты там стоял минуту назад грыз. Вот. И он стоит, да? Вот. Что за прикол? Дай пятюню. Хорош, хорошей ерундой заниматься. Давай, абонемент. Давай. Молодец. Ложи. Клади. Давай. Патов Михайлович. Молодец. Матушка точно знает, где ты находишься? Да. Звонить будем? Можно. Звони, она скажи. Хотела ваш номер. Давай, звони, конечно. Смотри, мой номер телефона. Ну, давай, звони. Со своего позвони. И номер телефона ей скажешь, вон серенькое объявление висит. Посмотри справа от тебя, на двери. Серенькое снизу второе. Пока. Ренат. Максим. Макс. Или кто? Ренат. Покажи им объявление, как где номер висит. Объявление вот серое на двери. Объявление покажи какое. Второе снизу, Ренат. Второе снизу серым цветом. Посмотри туда сзади тебя. Посмотри назад. По этому телефону звони сейчас родителям. Звоните родителям. Тяжко рано делаешь. Ну, что скажи, мама, я на тренировке, да? Ага. Мы набираем? Тут ваш с 5 ждем. Зачем? А мы думали, что тренировка в 5, нас в группу добавили в аккаунт этот. А там типа в 17:00, сейчас маме будет звонить. Да. Ну, чтобы узнать, что все время-то за 9, ты кто вас встречает? Да. Точно, тихо. Молодец. Да, нас завезут тайм. Руки с карманов. И матушка скажет телефон вот тот. Вот объявление увидел. Они могут прям зайти еще. А? Они могут зайти. Ты его сфоткаешь, если что, там сейчас маме еще позвонить. Еще она поднимет. Да руки с карманов вытащи. Маме будешь звонить? А мне пока нету. Ну сказать, что ты на тренировке, что до 9. А я звоню уже. Она знает об этом? Да. А она со мной, может быть, хочет поговорить, узнать про тренировку, да, чтобы я сказал. Да, подумай. И ты тоже маме сейчас своей будешь звонить. На бетоне не стой. На бетоне не стой. Нет. Звони маме с телефонов, проси у ребят. Я не помню, у вас же был мой мама номер. А до скольки ты не помнишь? Да, до 21:00 сегодня. Там амплитуда непонятная. Покажи ему, какое объявление на номер сказать. Покажи, на двери висит. Скажи. Алло, мам. Не хочешь с тренером поболтать? Нет, ты скажи, где ты находишься и поболтать. Что находишься, что сегодня тренировка до 9, скажи. Сегодня тренировка до 9. Я сфоткаюсь. Алло. Кто встречать вас будет? Кто вас будет встречать? У нас везут на
Она знает, мама? Да. Что знает? Все, хорошо. А телефон ей скажи, чтобы она записала вон тот на двери. А это именно ваш номер? Это номер, с кем по клубу можно пообщаться. А, именно клубный полностью. А до меня не дозвонишься вообще никогда. Я только освобождаюсь в 11 часов вечера. У тебя же мама не будет так поздно звонить. Правильно же? Зачем так поздно маме звонить, если спать надо? Подскажи ему, чтобы он сфоткал. Вот он сейчас маме, а скажи ему потом сфоткай объявление. Тебе, чтобы ты знал, чтобы родителям сказал, чтобы они позвонили мне так, и поговорили со мной. У меня номер еще с 5 мая. Да, молодец. Ты мог бы, знаешь, все объявление сфотографировать. И, может быть, подожди, а вот же еще с того года, чтобы был у моей мамы номер. Все объявление. Так, телефон-то. Ты можешь прям все объявление сфоткать. Все полностью его сфотографировать. А знаешь зачем? Потому что в интернет зайдешь в YouTube и посмотришь, и родители посмотрят, как ты круто делаешь упражнения. А, вы снимаете, да? Да. Ты можешь прям полностью объявление сфотографировать. И там и штрих-код. Ой, не штрих-код, как называется, на объявлении висит. QR-код. Ты прям на QR-код зайдешь, она прям сейчас тебя покажет. Прям приколи, иди на QR-код наведи. Ты знаешь, что это такое? Подойди, попробуй, прям там на объявлении наведи на QR-код, и он тебя прям через покажет. Через фотку, да? Ну, через фотоаппарат, да. Все объявление фотографируй, не один номер, а все сфотографируй объявление. Потом надо сделать 900. И зайди на этот QR-код и посмотри. Прям сейчас вас покажет практически в онлайне. Ну, задержки, может, на несколько минут, секунд. Месяцов. Все, поговорили, все, да. Занимаемся дальше. Я на удивление двух ноги ставил. Молодец, все, занимайся дальше. А можешь телефон положить куда-нибудь? А, вот где лежат, ты можешь здесь сложить телефончик. Только не забудь, ладно? Так, что, пойдем искать месяц какой-нибудь. Стой, Кирилл, ты занимай, пойдем искать май месяц. Пойдем. Кирюх, нет, ты туда наоборот иди, ты на турнике. Занимайтесь, друзья. У меня там еще есть день рождения осталось. Да это надо найти. Какой был месяц, май? Да. Когда я же с сынком начал. Да это ты представляешь. Вроде бы помните меня. Не, я помню, у тебя, я помню, так уж занятия кончились, поэтому ты перестал ходить. Я вам говорю, занятие осталось последнее, и ты перестал ходить. Так, ну что, с начала мая давай искать. Я же абонемент за 2000 в тот момент купил. В тот день ты купил? Да, я тут в день. Да, мне кажется, ты как раз проходил абонемент, покупал, ты да, проходил, занятия у тебя кончились. Нет, у меня еще за день рождения же остались. Вот они все кончились, поэтому ты перестал. А что ты перестал ходить? Заболел. Потом я опять... Полгода болел? Выздоровел. Выздоровел? Потом я опять на уличных турниках. Молодец. Ну смотри, вот начался май, вот ищи свою фамилию. Просто если не найдешь, то у тебя абонемент кончится. Держи, садись на стульчик. Аккуратненько держи, чтобы она не... Ищи свою фамилию. Ты помнишь, как искать? Ну там, ну разберешься? Вот забота, да? Из болота тащить бегемота. Ищи. Я с радостью, если там занятия будут, и вообще это очень хорошо и классно, что ты пришел. Это очередное доказательство, что занятия не сгорают. Мне кажется, они у тебя кончились. Поэтому ты перестал ходить. Ну да. И ты ты расстроился, но... Что там есть? Данила Михайлович. Так. 10-1. Давай ищи, да, тихо, ищи дальше. Смотри. Дальше смотри. Это какое число? Сейчас, секундочку. Это 5 мая, 22-й год? Это, братан, 22-й год. Ну, ты точно, да, все правильно? Да. Давай. Ищи руки, вот это, ищи внимательно. Диан, тебе достать валики для ног перевод из Кирилла? Пойдете?
для ног тренировок. Димон, отойди, пожалуйста. Ты знаешь, как прикрепить? Берешь так? Да. Ян, помощник. Держи. Раз. Держи. С весом помните аккуратненько. Ладно, вес, который там будет нагружать. Все, там будет три отверстия, когда надо поставить и переварить. А у вас какая команда, парни? Че вы выключили? Я не понял. Как? Что надо менять? Джокеры? Джокеры? Джокерсы? Полностью ищи. Как команда называется? Не сиди! Не сиди ты что? Ты что? Как команда называется? Тоже Веном поняли? Детские сопли поняли, да? Как команда у вас называется? Ну нормально, парни, дырка, видите, матная дырка, сразу. Стоп, погоди, дыры, 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 закрывай дыры. Вот под белым, погоди, погоди, слезь, пожалуйста, слезь, слезь. Вот, видите, а как вы команду Сокольевена? Вам надо его убрать, подвинуть эти и растянуть паук. Приехали на выступление. Давай. Нам предложили сделать команду. Команда паук? Нет, у нас миллиарды. Не, хорошая, опасно, опасно убегает. Хорошее название. Ну тогда назовите сухарей. Мелиорация же это осушение. Что, нашел? Веном Фэмили нашел? А, вы Веном Фэмили? Ну написано прикольно. У вас будет мелиоратор написано? Нашел еще? Ищи. Давай за. Чего? Если бы чаще ходил бы занимался, вы бы уже сплотились бы как команда, и, может быть, у вас реально были бы уже и футболки, мелиораторы, там, или еще как бы хотели назваться, если бы. Но занимаешься не очень часто. Нет, занимаешься часто, сюда не ходишь не очень часто. Че, все, открой эту страничку, я тебя нашел, открой эту страничку, где у тебя были занятия. Не-не-не, это не для рук, это для ног, только чуть-чуть по-другому надо ложиться. Пожалуйста, друг другу не мешаем. Это когда животом ложишься и поднимаешь пяточками ее. Открыл, нашел, все, молодец, занимайся. 10 занятий осталось? Получается, сколько осталось, если там было 10, то сколько сейчас осталось? Ну тогда у тебя было 10 яблок. Да, и плюс я еще походил 2 дня, плюс я еще потом еще походил 2 дня, и осталось еще 5 занятий. То есть получается, у тебя было 5 яблок на тот момент? Да, и 5 я уже иссек, значит у меня еще 5 занятий. Почему? Если 5 осталось, и 5 кончилось. И одно плюс. Не, если 5 было, и 5 кончилось, вот как оно, сколько осталось? У него 1 плюс. 0, а 1 плюс 2 яблока. Сегодня одно занятие. Получается 0, если 5. А у вас есть кластер? Да, а получается, меня... да руки с кармана вытащи. То есть получается, ну, грубо скажем, в холодильнике 5 яблок лежит. Ты их скушал. И сколько осталось, если ты их скушал? У меня там 10 было. Окей, ладно, даю загадку, смотри. У тебя в холодильнике 10 яблок. Ты 10 ложаешь, сколько яблок осталось? 5. Там было 10, а ты говорил, ты еще походил 5. Где ты их походил? Это вот последнее число, где ты открыл? То есть ты больше не нашел своих занятий, а значит осталось 10. А что же говоришь 5? Ты меня в заблуждение зачем приводишь? Ну уже, это надо просто ходить почаще. Что там стер? Беги, мой руки сначала. Беги сначала помой. Парни, занимаемся, продолжаем. Можно попить? Попить, умыться в туалет, да. А ты с ним что идешь? Он без тебя не справится, руки не помоет. Данил! Зачем ты с ним идешь? Он без тебя не справится. Пусть он идет один. Ты иди один, а ты зачем с ним идешь? Попить, умыться в туалет просто толпой не ходите. Что, смысл-то? Еще один жесткий тип. Самый жесткий, самый типичный тип. Тебе надо перекрут делать с высотой. Парни, видео, которое вы сделаете, мне надо, чтобы он был на флешке, где я буду смотреть его. По телефону. По телефону? А вы мне с собой его даете телефон, чтобы я его мог с супругой посмотреть? Я буду сидеть, оценить. Да, мы будем смотреть, что вы сделали. Флешки, а
Блин, ну а что, флешки нет у вас? Одна. А, есть одна. Одна флешка, вы все туда. Только подпишите. Почти. От Егора, от Никиты, от Дарьи, или там от Никиты и Дарьи, от Максима, от Ренатика, ладно? Или я должен сам буду догадываться. У Дарьи есть. Флешку сможете? Да. Я ее отдам. Просто надо на чем-то посмотреть же. То плане это, ну реально это будет серьезный осмотр, как вы отнеслись к этой задаче. Это очень так по-семейному все будет, тем более Николай Алексеевич, я уверен, также супругу он будет смотреть, изучать. Все-таки у женщин чуть-чуть просто другой взгляд есть еще. Вот мы посмотрим, насколько вы творчески заряжены. Все, он помыл? Что там у тебя? Показывай руку, иди. Ты содрал? Ожог был, и он стерся. Стерся? Сейчас как ощущение? Перекись будем капать? Да. Перекись водорода сейчас. Бинтоваться будем? Ну, только палец желательно. Сейчас. Или просто пластырем? Ну, просто пластырем он с этого скатается, содрется, сдерется. Сейчас, секундочку, подожди. Я почему спросил, какая у вас команда, когда вы конкуренцию создадите вот братве подрастающие? Когда вы конкуренцию на чемпионате России? Мне просто хочется увидеть с одного города разные команды чемпионата России, но представляющие общий, допустим, одна сборная. Это было бы круто. Так-то все эти награды, медаль и прочее, это дело второе. Первичное, как наши родные. Все это увидел. Так, пойдем, палец. Лечить, да, перекись. А мы еще все справились. Поддержим, что ли? Да. Давай, я укажу. Я прокручу мамочку. Добро. Верни наушники. Я сейчас на это могу остановиться. Сейчас, пока. Сейчас. Что? А что, нельзя? Раздерешь? Боже, там посмотри, раздираешь и всякое такое. Сейчас скажу. Я понял. Хотя бы все-таки потом, да. Нет, ну сегодня доделай, добей, конечно, но все равно. Просто иногда потому что пальчик маленький, старчик, он может быть запущен. Не в этом случае, а вообще, да, запущен. Извините. О, братан, пожалуйста, я не зря говорю по-братски. О, наверняка. А как ты бежишь? Долго сейчас? Стоп, я сказал. Ты что? Ты меня не услышишь? Ты постели, если ты его откидываешь, то отнеси, не откидывай его, они вам жизнь спасают. Конечно, Ты погоди, стоп. А потом будем делать или нет? А знаешь почему? Потому что я тебе три раза сказал стоп. Не обманывай. Давай, 25 отжиманий на брусе, пусть пока ребята делают, а ты попросишь чесноку давай. Ты что там? Нет, отжимания, прям запрыгиваешь, на брусе и отжимаешь. Да, совсем не такой. Полин, ты могла бы научить его отжиматься на брусе, помочь ему? Нет, просто помочь, чтобы он залез на него. Давай, залезай. Сейчас ключи замуж. Что давай? Залезай. Все, не надо, не включай. У тебя настолько слабые руки, что ты не можешь запрыгнуть, и слабые ноги. Мы сейчас качать ноги и руки будем.
Быстрее залезай, покажи, что ты можешь. Полин, ну не прям так. Ты отойди от него подальше. Встань от него сбоку. Ножку одну согни в колени. Ты что делаешь? Стрелочка. Сейчас, секунду. Понимаете, что ты сделаешь из твоих полин. Что мне надо, нож? Хорош, не надо, не расстраивай меня. Не расстраивай меня. Нет, конечно. Потому что меня не слышал. Но, Полин, согни ножку в колени. Нет, нет, вот здесь. Давай. И вот так это происходит. Поехали. Давай. Залезай. Хотя будешь по 5 раз, но делай, залезай. А все остальные делают элементы. Чтобы руки сильные были. Давай, быстрее. Быстрее, брат, быстрее. Что? Давай, ты делаешь 2 раза по 10 и 1 раз 5. Двух лайков, смотри. Договорим, 2 раза по 10 и 1 раз 5. Все, поехали, больше разговариваешь, буду больше про тебя время тратишь. Ты бы уже бы сделал 10 раз. Легко, да? Теперь. Скажи, Полина Ивановна, помогай, сестренка, помогай. Вот, мямлил, я не могу. Давай. Делай. Делай. Руки аккуратно. Давай делай. Ну, а говорил нам в сказке, рассказывай, я не могу. Разворачивай аккуратно. Все, попал. Ну. Я вам скажу, что я скажу. Давай. Аккуратно. Хорошо, только аккуратно. Все, маты, видишь щель? Вот этого не должно мужчине. Все должно быть закрыто. Дай пятюню, все, продолжай, слушай, то, что я тебе говорю. Как я головой ударилась? Об кого? Об стол. Ударь его обратно. Стол прям с ноги дай ему. С головы ему стол прям дай. Ага, да. Нормально? Давай. Ну, а ты тоже ему подскажи, Илюха, ты там, например, делаешь правильно или не очень. Но он тоже хочет вам показать, что он мастерство обладает. Правда, еще несколько элементов, один, скорее всего, но все равно он старается, это же, да? Давай, делай, не бойся, делай, Илья. Мой первый элемент был, это лонч-тренер. Нормально. Давай, красиво. А сейчас я боюсь лонч-тренера и... Да все получится. Оп, молодец, хорошо, ловко. Ну все правильно, он отжался, молодец, теперь надо делать. Отжал? Да. Нет, он не отжал. Отжимал, сестра помогала своя ему отжиматься же 25 раз. А попроси сестренку, чтобы она тебе помогла отжаться. Почему? Илья, иди сюда. У тебя сегодня последнее занятие осталось, ты помнишь? Угу. Смотри, 31 декабря
Чернов Илья Иванович, было два занятия, два яблочка было. Одно кончилось, сегодня получается последнее. Полине скажешь? Ладно? Все, сегодня последнее яблоко. Полина, только скажи, только не отвлекаю, а скажи аккуратненько.